В центре Красноярска провалился новый асфальт. Этим летом на участке от перекрестка Красной Армии до Лебедевой проводили ремонт теплосетей, после чего дорожники все заасфальтировали. По словам очевидцев, на пешеходной части сразу стали появляться трещины, а через несколько дней они превратились в глубокую яму. Сантиметров 30 уже было, и туда промыто было. Сегодня, например, женщина с утра шел, женщина прямо вот по краю прошла, она даже не видела ее, но могла и ногу поломать. Яму засыпали сегодня после жалоб красноярцев. Выяснилось, что работы по замене труб здесь проводила компания «Краском». Сейчас в департаменте городского хозяйства выясняют подрядчика, который ремонтировал дорогу. Уже в ближайшее время его заставят переделать асфальт. Соответственно, сейчас, раз там выявился провал, будет проведена проверка, ордер Краскому не закроют, возможно, подрядчик заплатит штраф и, естественно, будет устранять нарушения в установленном порядке.